seara, sunt Natalia Cheptine. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Я вас всех тут поубиваю, я вас всех закопаю. De mai bine de 5 ani, locuitorii unui bloc de pe strada Trandafirilor din capitală trăiesc cu frică în propriile apartamente. Когда подхожу к двери, я уже слушаю, есть там какой-то стук, есть какие-то движения шагов, иначе я не выхожу. De vină s-ar face vecinul de la etajul 3. Исправили бărbatului îi îngrozesc pe locatari. Просто делает жизнь в подъезде и в доме невыносимой. То есть у нас миллион случаев, когда он просто в катастрофу превращался, что он делает. Сперияць, oamenii povestesc că bărbatul este agresiv și amenință cu moartea. Человек, там, допустим, имеет привычку с топором ходить по подъезду. Mai mult, oamenii spun că vecinul lor vrea să-i ardă de vii. Там огромные были, как говорят, пожар, но мы видели эти, потому что мы побежали туда наверх смотреть, что там происходит. То есть там были огромные вот эти пни от дерева, да, пеньки от дерева, обгоревшие. Перед тем он же кричал: «Я вас всех тут спалю». Локатарии блокului sunt disperați și nu mai știu cum să scape de această amenințare. В итоге никто ничего не хочет делать. Наши инстанции ждут, пока что-то взорвется, чтобы типа было поздно и был повод его арестовать. Как бы я не понимаю. Cine este vecinul de la etajul 3 și de ce a devenit o amenințare pentru un bloc întreg de locuit? Ce probleme le creează locatarilor și cum au ajuns aceștia să se teamă pentru viața lor? Dar și ce fac autoritățile pentru a rezolva conflictul? Aflați în această ediție. Acum 4 ani, Ala Baraliuc a cumpărat un apartament într-un bloc de pe strada Trandafirilor, din Chișinău. Inițial, femeia vroia să-l ofere în dar fiicei sale. Fata însă nu a putut trăi acolo nicio zi în liniște. Să auzim ce ne va povesti despre asta Ala. Haideți să o întâmpinăm. Добрый вечер, Алла. Здравствуйте. Присаживайтесь. Насколько мы поняли, ваша дочь просто-напросто отказалась жить в подаренной ей квартире? Да, я эту квартиру купила для дочки. Вот, и она просто боится там жить. Она сейчас подняла вопрос о том, чтобы вообще или продать, или... В общем, квартира какое-то время уже стояла пустая, потому что дети боятся там жить. То есть она сбежала оттуда просто? Ну да, вот сейчас... В чем проблема, расскажите? Проблема в том, что там над нами живет сосед. Прямо над вами? Прямо над нами. Мы живем на втором этаже, сосед на третьем. Сосед, по словам остальных соседей, вроде бы, как я поняла, он психически нездоров. Вот, и у него не вполне адекватное поведение. То есть он круглые сутки в квартире что-то пилит, что-то режет, ночью он что-то роняет. То есть это... Ну, у всех случается. Там это, и, нет, и это пилить, не то. И резать, это не то. Ремонт. Там у него болгарка, там у него дрель, там у него какие-то инструменты. Вот. Он любит ходить с топором вокруг дома до пояса, обнаженный торс, и выходит с топором. А что он ищет? Он срубил в палисаднике дерево, занес его к себе в квартиру. Дерево целиком? Да, целиком, да. Когда сын рассказывал, он когда поднялся, там по квартире летали птицы. То есть лежало дерево посреди квартиры, и птицы летали. Ну, хорошо, ну, Максим, как можно назвать человека, ну, чудаковат. Но все-таки избегать из подаренной мамой квартиры. Я не психиатр, я не могу сказать степень его неадекватности, но поведение опасное. Чем он все-таки напугал вашу дочь, что она прям вот не хочет там жить? Он подходил к девушкам, вот дочка и девушка моего сына там часто бывали, сын там жил какое-то время. Вот, он подходил, просил зайти к нему, тащил их за руки к себе в квартиру, просил намазать ему спинку. Девушки, конечно, пугались. Угу. Были случаи, когда он пытался пройти к нам в квартиру под предлогом позвонить, там еще что-то. Вот. Потом они все видели мужчину с голым торсом, с топором. Знаете, как-то немножко страшновато. Я сама, когда захожу туда в подъезд, я проскальзываю так, знаете, я слушаю, нету ли никого в подъезде, чтобы подняться на второй этаж. А вы знали об этом, когда покупали? Таком чудаковатом соседе, когда покупали квартиру? Нет, нам никто не предупредил. Самое интересное, что да, хозяйка, которая продавала эту квартиру, сказала, что у нас такие чудесные соседи. Но все остальные хоть чудесные? Остальные, да. Мы не знали про бонус, да.
În scurt timp vom vedea cum arată locuința bărbatului de la etajul 3, despre care vecinii spun că a devenit o problemă pentru întregul bloc. Dar mai întâi să-i auzim pe locuitorii blocului. Atenție la ecran. Vecinii spun că bărbatul care le-a transformat viața în calvar locuiește în bloc de mai bine de 15 ani. Я так понимаю, что эта квартира сверху принадлежит не ему. Вот его бросили вот такой, какой он есть. Din spusele oamenilor, bărbatul are 30 de ani și trăiește de unul singur. Vecinii povestesc că până acum câțiva ani el locuia împreună cu mama, însă din cauza devierilor în comportamentul feciorului, femeia ar fi fost nevoită să plece de acasă. Он ее с лестницы спускал, он ее и бил. Locatarii blocului mai povestesc că, deși problemele au început acum vreo 2 ani, vecinul de la etajul 3 mereu a avut un comportament ciudat. Он вообще тихий, спокойный. Не здравствуйте, до свидания, он увидел, шел, просто зашел, как бы он совершенно не общительный. De la un timp însă tânărul a început să devină agresiv, spun vecinii. Когда мама этого красавца съехала с отсюда, с этой квартиры, и тогда он был предоставлен сам себе и начал тут вытворять, что он хочет. Oamenii mai spun că au ajuns să se teamă de bărbat, dar și de ce se întâmplă în apartamentul lui. Я не знаю, что у него с точки зрения стандартов газовых, что у него там, там в прошлый раз, когда мы там были, у него какие-то дрова валялись, там тряпки, то есть одна искра и там вспыхнет. În scurt timp vom auzi și alte mărturii ale locatarilor din blocul de pe strada Trandafirilor. Oamenii au adunat și dovezi care ar demonstra că vecinul de la etajul 3 prezintă un adevărat pericol pentru cei din jur. Și tot atunci veți afla cum răspunde bărbatul acuzațiilor pe care i le aduc locatarii blocului. Алла, вот ваши соседи рассказывают, что этот сосед с третьего, он даже пытался поджечь дом. Он не пытался, он поджег. Насколько серьезно было возгорание? Ну, возгорание было, я так понимаю, что достаточно быстро. Я, когда приехала, то там уже была только вода. Вот меня не было на месте, мне девушка позвонила, что горит квартира. Вот над вами? Над нами, да. Приехали несколько машин пожарных, ну, две машины воды вылили по протоколу, как положено, притом у нас квартира была вся затоплена, и до первого этажа все было затоплено. Но когда я приехала, соседей, собрание такое маленькое было, стихийное как раз и обсуждали. Накануне, буквально за несколько часов до пожара, сосед один с ним поздорил, он шумел очередной раз, он что-то там делал, у них вышла ссора, и вот этот сосед с третьего этажа на всю округу кричал очень громко: я всех спалю, я вас всех взорву. И вот. Вы предполагаете, что он как бы реализовал свою Я уверена на 100%, что он его поджег, потому что он регулярно разводит костер прямо в квартире, он рубит дрова, у него сломаны все коммуникации, видимо, ему холодно, и он греется таким образом, то есть он поджигает прямо в квартире костер. И тогда в тот раз, откуда вы знаете об этом? Ну, слышен запах гари, и девушка, которая вот, девушка сына, она поднималась к нему, и он говорил: все, я потушу. То есть она смелая, она была доведена уже до такого, знаете, состояния, когда уже она ее даже не боялась. Она поднималась, стучала к нему. То есть, он, получается, костры были вот у вас? Да, над нами прямо. Над потолком, да? Да, вот он тогда угрожал, что он сожжет всех, и он так и сделал. А было вот властями там или пожарными доказано, что нет, они вообще не проводили. Я лично сама ходила в пожарную часть и брала результаты, да, протокол, да, о возгорании. Там не указана причина возгорания. Никто не проводил никакое расследование, какая была причина. Но там на фотографиях, там очевидно видно прям дрова в углу квартиры. И именно они и горели. То есть... скорее всего, умышленно, если он угрожал, и после этого... Но пожарные приехали вовремя, то есть пожарные приехали, не успел, да, все потушили. Нет, большого пожара не было, потушили вовремя, все очень качественно. Но затопили вас. Ну, затопили, да. И там еще, я так понимаю, что в процессе пожара сгорела труба, стояк. У него сломаны абсолютно все стены, и просто посередине вот этого пространства стоит унитаз, и вот так вот труба. И когда пожар был, это все прогорело, и все полилось тоже к нам.
То есть нас затопили серьезно, соседи все дружно спасали, там, как могли. И соседку с первого этажа затопило, то есть там до упора, так сказать, все по стояку. Да, по стояку все. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre locatarii unui bloc de pe strada Trandafirilor din Chișinău. Oamenii se plâng pe un vecin de la etajul 3 despre care spun că le face viața un calvar. Mai devreme am auzit-o pe Ala Baraluc. Femeia ne-a povestit că bărbatul și-ar fi incendiat intenționat apartamentul. În curând vom auzi cum răspunde acesta tuturor acuzațiilor și mă vom afla versiunea lui despre conflictele iscate cu oamenii din aceeași scară. Până atunci, îl invit în platoul nostru pe Maxim, fiul Alei Baraluc. El locuiește la etajul 2 și a venit să ne povestească ce viață are de când s-a mutat în acest bloc și de ce tentativele lui de a trăi în liniște au ieșuat. Maxim, vă așteptăm! Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать к нам в студию. Вы рассказывали моим коллегам, что каждый день чуть ли не слышите какие-то странные звуки, доносящиеся сверху, или, не знаю, может быть, не сверху, может, мы неправильно поняли. Все правильно, именно сверху. Каждый день по утрам, по вечерам. Вы сейчас улыбаетесь, я смотрю. Может, не все так плохо? Сложно сказать. Или вы просто рады меня видеть, правда? Да, это скорее всего нервная реакция. Могу сказать, что, опять же, каждый день по утрам, где-то там 8 часов, у меня есть прям коллекция видео, если кому-то нужно. Он начинает, я так понимаю, заниматься своим хобби новым. То есть он что-то сверлит, что-то бьет молотком, что-то пилит. Ну, с 8 утра. Ну, это разрешено по закону, если закону, человек делает да, ремонт, допустим. Закону, да. По закону, да. Но разрешена ли по закону как бы деятельность юридическая? То есть он, я так понимаю, за это деньги получает. Он там мастерскую устроил в своей квартире. А, правда? Да. Ну, а вы можете это доказать? Там, да, люди видят, соседи это видят, что происходит. То есть он берет заказы, туда несет этот, рубит там этот металл, там, то есть вот это все там происходит. И это еще как бы такой вопрос. Второй вопрос то, что он, опять же, наверное, уже здесь вспоминали, он орет. И я когда первый раз услышал эти крики, я подумал, что там насилие какое-то происходит. То есть конкретно кого-то избивают, там что-то вот там. Я слышу крики, и вот он обкладывает матами, что-то бьет, что-то роняет. И какую-то женщину вот материт конкретно, вот желает ей там смерти во всех всеми эпитетами. И я подумал, что ну, вызвать полицию. Он один там кричит. Он один там кричит каждый день. 8 утра, да, по разрешению. 8 утра человек начинает материться примерно 5 минут без остановки. 8 утра. Замечательно, зато по разрешению. То же самое и среди бела дня. Хорошо, что я ухожу на работу. Другие соседи это слышат весь день. Кто на дому у меня сидит. Маленькая период пандемии. Ремарка. Максим просто очень хорошо спит, у него богатырский мужской сон такой, поэтому он не слышит ночных историй, но вообще этот сосед всю ночь разговаривает с телевизором, вот нецензурная брань, круглосуточно на самом деле, потому что девушка, бывшая девушка Максима, когда там жила, она вызывала полицию постоянно, потому что ночью люди просыпаются в кошмарах, потому что огромное что-то падает, с таким грохотом, как будто землетрясение, и всю ночь он разговаривает с телевизором. Он там что-то смотрит и комментирует. Он не разговаривает, кричит. Он кричит. Он да. кричит без кричит, остановки, кричит, нецензурная брань кричит. Всю ночь. Максим просто, ему повезло, он хорошо спит. А venit momentul să vedem cum trăiește vecinul de la etajul 3, despre care ne povestesc eroii noștri. Atenție la ecran. Apartamentul bărbatului de la etajul 3 atrage privirea oricărui trecător. Locuința nu are ce amori, iar din interior deseori se aud strigătele și amenințările proprietarului. Я слышу, я просыпаюсь ночью в 2 часа ночи, так что начинаю стучать и материться. Când am urcat la etajul 3 al blocului, am descoperit ușa de fier a apartamentului întredeschisă cu numeroase găuri în ea. Locatarii blocului spun că bărbatul și-a distrus în întregime locuința. În urma unui incendiu, apartamentul a ajuns într-o stare deplorabilă. Pereții au devenit negri de funingine, iar din cauza umezelii a apărut mucegaiul. Vânăsit dveri ucna, vibivați stene, crușit все на прополу, потолки, полы, в общем, короче, там все снято. Mai mult, oamenii povestesc că de curând vecinul lor are o nouă ocupație. Zilnic, el ar colecta gunoi. Din această cauză, în toată scara este un miros greu de suportat.
весь этот мусор в кучах валялся в этой квартире. В его квартире было полно древесины. Полно. Вот эти срубленные деревья, что с ними делалось? Они были затащены туда наверх. În scurt timp veți afla cum comentează locatarul de la etajul 3 învinuirile aduse de vecinii lui. Totodată veți auzi de ce el crede că oamenii din jur vor intenționat să creeze probleme cu legea. Вы знаете происхождение этих дыр в двери, в его двери? Это нет, известно? Мы не знаем. Достоверно не можем сказать, но там видно, что чем-то... Подозреваем, что тем же топором, но это не точно. Это, конечно, наверное, экспертиза нужна, чтобы определить точно, чем они сделаны. А как так вышло, что унитаз стоит посреди квартиры, нет он, стен? Я так он понимаю, сломал... у него была старая квартира. А как он аргументирует? Когда он первый раз нас затопил, мы пришли к нему, и он аргументирует это тем, что вот у него, я так понимаю, с матерью какие-то проблемы, и что его мать заселила в эту квартиру, которая плохой ремонт, все старое, и он хочет все поломать и сделать по новой. А, и вот он сломал, это, да? Вот он делает ремонт. У него, кстати, сейчас уже 9-10 лет прошло, у него в квартире все то же самое. Я как бы... Это все на самом деле, вот все, что мы сейчас, все ужасы, которые видите, это второе-третье, что меня волнует. Меня волнует другое. Он самовольно срезал батареи, срезал газовое оборудование. И что там происходит вот с этой точки зрения аварийности квартиры надо мной прям, вот эта вот квартира прям надо мной, мы не знаем. Он там жжет костер, чтобы греться. Потому что да, мы уже видели, все... кстати, вот куча, да. Куча дров, про которые это говорила вот, раньше. Да, Алла, я говорила, да. Про что них. Там с газом, мы не знаем. Вы знаете, вы нормальные люди. Возьмите его в мешок, отвезите в Костюжены. Ребята, он вас сожжет всех там. Я знаю, там газы выйдут. А вообще, вот что вы делали? А как вы обращались именно к властям, к каким-то службам? Какая реакция была у этих категорий служащих? Максим, насколько мне известно, вы обращались в полицию. Да, 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 лишнее не раз. Но, опять же, крики, думали, что там насилие происходило. Я могу пояснить, ну, потому да. Что я нанимала адвоката даже, когда вот был пожар, и нас затопили, и у нас просто весь ремонт, ну, полностью все было испорчено. Мы наняли адвоката. Я сама лично ходила в пожарную службу, брала копию возгораний о пожаре, вот протокола, да. Я спросила, должны ли они провести расследование, да, причину возгорания. Пожарных больше всего волновало, чтобы мы не подали в суд на них за то, что они затопили нашу квартиру. А состояние газового, допустим, вот, оборудования? Кто-то проверял? ЖЭК, да, ЖЭК, мы писали, обращались. Из ЖЭКа приходили с комиссией, к нам в квартиру зашли, описали ущерб, да, который там был нанесен, где что затоплено. Вот, ЖЭК прекрасно в курсе всех этих историй. Неоднократно они там были, неоднократно вызывали. Но вы говорили, в чем причина ваших, как бы, ваших переживаний? Говорили, да, конечно. Там, может быть, что-то нарушено. Там представители ЖЭКа были не раз, и это все поднимался И к чему вопрос. Они пришли? Может быть, на Мы самом деле он писали, не трогал ничего? Да, наш адвокат даже писал в какую-то из градостроительства, какой-то департамент, обращалась туда с просьбой провести там экспертизу, чтобы проверить. Было, чтобы, да, это было контекст. Где-то вот года три назад, года три назад да, в 18-м году. Нас, да, есть 18. Такое выражение, нас футболят. Да, то есть все от просто одной инстанции к другой. А мы не можем его арестовать, он псих. А по поводу он полиции? Он не псих, его надо за мелкое хулиганство. А, у вас квартира аварийная. Вызывайте скорую. Да, вызывай, да. То есть, нам, вот, я вам хочу сказать, вот вы психушка. Вызывали конкретно полицию. Психушку, вот я психушку полицию, даже вызывал. Приехала нет. Психушка, и знаете, что они сказали? Они сказали, мы не можем его взять. Вот если он кого-то убьет, дословно, вот если он кого-то убьет, вот тогда мы его заберем. Звоните. Супер, супер. Да, по новым законам полиция, что он они сказал? Спрашивают просто у него, вы поедете с нами? Он говорит, нет, не поеду. Полиция ставит ему штрафы. И... Наталья, то есть были штрафы? Полиция, во-первых, не должна ничего в данной ситуации не иметь никаких полномочий, потому что полиция констатирует лишь факт. Максим констатирует нам сообщил, что он вызывал полицию. Да, но полиция, полномочия полиции, она приходит и констатирует факт. Да? То есть был совершен какой-то факт.
Вот вас коллега спросила, а вы в Молдова-Газ, Кишинев-Газ, да, подавали, вам ответили конкретно, что происходит с его оборудованием? Нет, в Кишинев-Газ мы не подавали, мы дошли только до ЖЭКа и вот... Но департамент... смотрите, ЖЭК является просто услугой по администрированию здания, да, и есть еще разные структуры, которые есть Молдова-Газ, да, который отвечает за газ, есть поставщик электроэнергии, есть поставщик воды, и меня очень удивляет, что вы столько лет боретесь, хотите узнать, что происходит с газовой системой, при этом вы не обратились к оператору, который является поставщиком газа. Потому что, ну, я вас уверяю, что, скорее всего, этот газ отключен. Да, нам сказали, да, что отключен. Поэтому вы не имеете. Когда вы вызываете психушку, наш закон, к сожалению, так говорит, что у нас никого не лечат принудительно. Это имеет полное право. Когда вы вызываете полицию, полицейский приходит и констатирует факт, что он кричит. Он ему выписывает за мелкое хулиганство определенный штраф. Когда вы вызываете ЖЭК, ЖЭК единственное, что может сделать, это выписать штраф за нарушение санитарных норм. Замечательно. Давайте тогда мы собираемся, идем, все хорошо. Ну вот вы себе представляете, что вы будете делать дальше, вот если так же будет продолжаться? Очень все просто. Я не буду жить в этой квартире. А, понятно. Сбежите и вы, да? Да. А что мне еще делать? Эта квартира принадлежит моей сестре. Я в ней жил 1,5–2 года, и сейчас ко мне за границей возвращается моя девушка. У нее был определенный случай, когда ей в квартиру ворвался человек с топором, когда она была маленькой. И как бы, когда я говорю, знаешь, здесь очень красивая квартира, но на третьем этаже живет паренек, который ходит по подъезду без верхней одежды и с топором. Ну, когда у него настроение хорошее, она сказала, нет, я там жить не буду. И я как бы... Вы тоже собираетесь съезжать? Да. Понятно. И желательно, если есть возможность, как бы, не знаю, законсервировать эту квартиру, возможно, потом продать. Потому что руки опускаются заниматься этим. Я понимаю, что... Я прекрасно понимаю, что законодательство, как бы, ну, нельзя просто взять и убрать человека. Это... У меня нет этих иллюзий, но как бы хочется, чтобы это продать квартиру, я так понимаю, что вы боитесь, что вы за нее не возьмете столько же денег, за сколько вы ее купили, вопрос в том, да? Что если мы продадим квартиру и... Особенно с такой рекламой. Как, да, после такой рекламы, но сам факт того, что мне просто даже стыдно поступать морально, так, да, с людьми, вопрос. Во-первых. Во-вторых, и с юридической точки зрения, если я не укажу вот эти недостатки, да, то договор может быть расторгнут. În perioada de un an de zile, dacă se ascunde aceste motive de vânzare a apartamentului, atunci cel care a cumpărat este în drept să rezilieze contractul, să se pună părțile pe poziții inițiale. Deci, din câte se pare, Ala a fost, s-a informat bine, pentru că i-a venit acest gând să vândă apartamentul. Ce avem astăzi este o situație critică și sunt sigură că mai sunt blocuri locative cu astfel de probleme. Faptul că ne adresăm la poliție, la autorități, este un drept al cetățeanului, dar ne vom trezi doar cu amenzi, cu constatări și persoana dată, eu sunt sigură că nu are de unde achita aceste amenzi, deci se va înrăutăți situația. Eu cred că aici ar fi cazul să găsim originea sau cum să soluționăm problema corect de la origine. Trebuie de identificat cei cu persoana dată. Să zicem că mama, dacă vreau să întreb dacă dispune de rude, în cazul dat am înțeles că are mama. Deci mama este acea persoană care este în drept să se adreseze la autorități prin pretura sectorului Botanica, în vederea instituirii măsurilor de ocrutire specială a acestei persoane, dacă este cazul, sau dacă dumnealui nu poate fi inclus în ocrotirea specială, el urmează a fi tratat la centru, la un centru de plasament sau dacă dumnealui dispune de careva boli psihice, care este absolut posibil, se numește o expertiză judiciară și se plasează la Costiujeni. Cine trebuie să facă toate aceste lucruri? Deci, conform legislației, se identifică rudele acestei persoane. Deci, rudele sunt în drept să facă acest pas. Dat deci, însăși, locatarii, Inga, ar trebui să se adreseze mamei, să o caute? Sau asta ar trebui să facă poliția, pretura? Deci, sau... evident că locatarii nu sunt cei care identifică persoanele sau aduc forța persoană, dar în cazul când
nu este de găsit, să nu locuiește în vecinătate cu dumneavoastră. Vă adresați și preturii sectorului Botanica și, inspectoratului de poliție în vederea identificării rudei apropiate pentru a soluționa problema. Altfel o să vă treziți cu incendierea întregii clădiri, din păcate, sau veți trauma copiii care locuiesc în acel bloc locativ. Просто настоящее хулиганство, а может быть даже преступление. Он сбросил свою мать с лестницы. Это его персональное восприятие и интерпретация вообще жизни. Взять кувалду и лупить в стены, в полы и в потолки, то есть где он мог достать, он там везде лупит. Этот человек, что бы вы ни делали, как бы вы ни делали, к нему претензий нету. De mai bine de 5 ani, locuitorii unui bloc de pe strada Trandafirilor din capitală trăiesc cu frică în propriile apartamente. Ea tu cvartieră cupila de dochi, ana prostă băiță tam zuit. De vină s-ar face vecinul de la etajul 3. Ispravele bărbatului îi îngrozesc pe locatari. Любит ходить с топором вокруг дома, до пояса обнажённый торс и выходит с топором. Он самовольно срезал батареи, срезал газовое оборудование. Он регулярно разводит костер прямо в квартире, и он греется таким образом, то есть он поджигает прямо в квартире костер. Я когда первый раз услышал эти крики, я подумал, что там насилие какое-то происходит, то есть конкретно кого-то избивают. Он подходил к девушкам, вот просил зайти к нему, тащил их за руки к себе в квартиру, просил намазать ему спинку. Сперияць, уамени повестесь, что барбатул есть агрессив, и аменинца ку морте. Он тогда угрожал, что он сожжет всех, и он так и сделал. Желает ей там смерти во всех всеми эпитетами. Cine este vecinul de la etajul 3 și de ce a devenit o amenințare pentru un bloc întreg de locuit? Dar și ce fac autoritățile pentru a rezolva conflictul? Aflați în această ediție. În această seară discutăm despre viața locuitorilor unui bloc de pe strada Trandafirilor din capitală. Oamenii se plâng că nu mai pot sta în propriile apartamente fără frică. De vină ar fi vecinul lor de la etajul 3, care i-ar amenința cu moartea. Deseori ar avea un comportament agresiv și a transformat casa în gunoiște și chiar a provocat un incendiu. În câteva clipe vom auzi ce spun autoritățile despre acest conflict, dar și bărbatul vizat. Până atunci, să auzim pe Marina Hațernova. Femeia locuiește în acest bloc de mai bine de 16 ani, dar se plânge că și ea ar fi gata să-și abandoneze casa. Haideți să o întâmpinăm. Добро пожаловать к нам. Занимайте свое место. Спасибо. Марина, мы, насколько нам известно, вы не раз обращались к властям с петициями, жалобами на этого вашего соседа с третьего этажа. Расскажите нам подробнее, на что именно вы жаловались и кому конкретно из властей? Вы знаете, я живу в этом доме с 2005 года. У него есть мать, у него есть старший брат и у него есть старшая сестра. По-моему, эти... Все живы. Все живы, и это семейные люди, нормальные, адекватные и так далее. И все живут в Кишиневе? Вам все живут даже в Кишиневе, узнать? Но никто не хочет заниматься этим вопросом. Я впервые увидела, что он ведет себя странно, но я бы не сказала странно, я считаю, что это было просто настоящее хулиганство, а может быть даже преступление. Он сбросил свою мать с лестницы. Вот этого я видела, вот это я лично своими глазами видела. Это когда было? Расскажите. Вот это было, знаете, это, наверное, год 13 или 14, вот. Примерно вот тогда это было. И она жаловалась соседям, вот те, кто там давно живет, она показывала эти побои, то есть эти синяки, эти разбитые, там, скажем, части тела и все. И когда ее спрашивали, но как, надо же что-то делать, она говорит, я ничего не могу сделать, сказала мама. Я ходила, жаловалась, даже в Министерство здравоохранения ходила. Она говорит, я ходила по разным инстанциям. И везде ей как бы давали такой отказ, что это невозможно сделать, его невозможно принудить лечиться, потому что есть такой приказ, указ или еще положение такое, что у человека неадекватного спрашивают, ты хочешь лечиться? И если он говорит нет, его никуда не отправляют. Вот так, с ее слов, это с ее слов, я честно не занималась. В каком году его мать съехала? Мать ехала через пару лет, потому что, ну, она не могла там жить, это понятная история.
Она съехала. И никого больше из родственников вы с тех пор не видели? Нет, я не видела никого из родственников, но знаю, что они есть. Я точно знаю, что они есть, потому что мать периодически, она даже как взяла мой контактный телефон и звонила мне и спрашивала, ничего там не произошло, ничего там не случилось, все в порядке. То есть она интересовалась, что происходит в квартире, с его квартирой и с ним самим. Кому из властей вы обращались? Значит, вот первый раз, когда я обращалась, это было в 2015 году, когда он стал рубить деревья. Огромные деревья, 30-летние, просто вообще взрослые, прекрасные деревья, здоровые, в районе палисадников с одной, с другой стороны. Причем он это сделал по ночам. То есть в 3 часа ночи, зимой, я просыпаюсь от того, что я слышу вот этот треск, рубка. И когда деревья валятся, это дерево свалилось мне на подоконник. Тем разбило мне подоконник. Конечно, я сразу позвонила в полицию. Полиция приехала. Что самое интересное, полиция приехала. Она с ним очень хорошо разговаривала. Но я так видела, что как бы деликатно, вежливо. Все это происходило очень хорошо. И после того, как полиция уехала, он продолжал рубить деревья. Потом эти деревья он потащил наверх в свою квартиру. И когда на следующее утро я уже увидела все эти пеньки, да, я стала снимать это. То есть я сняла это на мобильный телефон и принесла в полицию к участковому нашему. Тогда был участковый Дмитрий, я не знаю его фамилию, но так его звали. И я принесла вот это все с заявлением, то есть мы собрали заявление от наших всех соседей, потому что это нарушение очень страшное такое, вот варварское. И принесли это заявление вместе с этими съемками, да, что он это сделал. То есть все доказательства налицо? Так, значит, полиция сказала, пишите в Зелентрест. Знаете, я написала в Зелентрест, и все подписались соседи, и принесла это заявление в Зелентрест. Мне сказали, а мы этим не занимаемся. Это занимается комиссия по экологии. Хорошо. Мы, значит, да, сначала мы месяц ждали ответа. Потом нам сказали, через месяц мы этим не занимаемся. Ладно. Кто занимается? Комиссия по экологии. Хорошо. Написали в комиссию по экологии. Все как надо. Опять к участковому. Опять он там составлял тоже какой-то свой акт в новое направление. Но самое интересное, какой мы получили ответ из этой комиссии по экологии. Нет доказательств, что это сделал он. Ну это вообще как? Ну это как? И что? Если вот полиция это зафиксировала вот это все, а второй приезд полицейского, полиции, который, кстати, не я пригласила, а кто-то из соседей увидел, они его сняли с дерева буквально. То есть он решил дерево пилить по частям. То есть он залез на верхотуру, отпилил верхнюю часть, потом он стал пилить нижнюю, среднюю часть. И вот в тот момент его сняла полиция оттуда с дерева. Ну, вот такая история. Вот хоть я так понимаю, после вот последнего ответа, что нет доказательства, что это сделал он, вы понимаете, больше не обращались. У нас уже не было никаких слов, к кому обращаться. Ладно, другая история. Значит, он решил ремонтировать свою квартиру так, как он это понимает. Значит, ну, мы видели унитаз посреди пустой квартиры. Подождите. Да, значит, он сначала что было? Сначала стали раздаваться душераздирающие стуки. Ну как, если взять кувалду и лупить в стены, в полы и в потолки, то есть где он мог достать, он там везде лупил. Даже окна были разбиты, его собственные окна. Он разбивал свои собственные окна тоже. Конечно, мы все опять собрались, опять, когда, да, он еще меня пригласил, посмотрите, как я красиво делаю. Думаю, ладно, я пойду посмотрю, что же он там такое делает. А вам он угрожал? И я лично увидела, да, не один раз. Я увидела вот этот унитаз, который был разбитый тоже, который стоял буквально в комнате, потому что там нет стен, там, ребята, там нет никаких стен вообще. Да, мы видели стояк и унитаз. Да, вообще. Это конец света. Он вам угрожал? Он угрожал мне, потому что я вызывала неадекватно полицию, не один раз полицию. И тогда он подходил и спрашивал, это вы вызываете? Я говорю, даже если это делала я, но в тот момент как раз не я вызывала, а кто-то другой из наших соседей. Значит, я говорю, ты же неправильно себя ведешь, ты же просто мешаешь и другим людям. Что он стал кричать? Он сказал, я вас всех уничтожу, я здесь хозяин в этом доме. Ну, буквально так, ну, адекватный человек не будет такими словами говорить. A venit momentul să aflăm ce spune bărbatul pe care se plâng locuitorii blocului de pe strada Trandafirilor. Colegii mei, el l-au găsit acasă.
Bărbatul a discutat cu echipa noastră, dar nu ne-a permis să-i pășim pragul. Haideți să vedem cum răspunde el la acuzațiile vecinilor. Atenție la ecran. Ei sunt niște babi bătrâni și el mă mănâncă tot timpul. Sunt bătrâni și tot timpul să ne mâine. Au fost aici un incendiu, dar eu am deliberat aici. Așa s-a întâmplat. Întâmplător a fost? Babile astea pe ne mă frate. Poliția a fost de amuși și m-a amendat. El, babile de amuși, m-a chemat de două ori. Poliția și m-a amendat, mi-a pus amendă că eu fac gălăgie. Și amenda asta m-a chitat. Dar vă gălăgie de la ce? Ia pe televizorul gălăgie. Odată am fost pe la 10, am bătut și eu chemat poliția. Ele singuri trăiesc și n-au ocupația decât să mă mănânci pe mine. Вы знаете, дважды приходила комиссия, потом мы направили письмо в комитет по строительству, или надзор по строительству, что-то вот такое, то есть комитет градостроительства, и там есть какое-то отделение надзор по строительству. Да, мы направили письмо, они дважды приходили, и тоже мы получили ответ, мы не видим никаких нарушений. Вот, представляете, вот это все. И на самом деле то, как он сказал, по его общению, да, с прессой, никогда не скажешь, что у человека есть какие-то определенные проблемы. Да, абсолютно. Абсолютно правильно. Он ответил очень грамотно, четко, ссылаясь на то, что вам нечем заниматься. И красиво говорит, и хорошо, но здесь явно ощущение неадекватного восприятия себя. Вы правы, когда сказали, что он чувствует себя хозяином дома. Но он и кричал об этом. Здесь уже сама кроется неадекватность. Как думает, каким образом мыслит он? Это его персональное восприятие и интерпретация вообще жизни. Естественно, что в таком состоянии уже явно должна быть собрана и комиссия, как вы говорили, должна быть экспертная оценка его состояния и угроза для оценена угроза для всех жителей. И вы подчеркивали, что там и маленькие дети, и пожилые люди, на них это влияет, здоровье. То есть это действительно опасный во всех отношениях и для всех категорий жильцов человек. Поэтому мне вот непонятно, почему жители Кишинева должны чувствовать себя так беспомощны перед каким-то неадекватным больным человеком. Независимо от того, что разные службы должны охранять и покой, и обеспечивать комфорт, и создавать условия. И это мы видим бесконечное бессилие и беспомощность. И встает вопрос, а чем же занимаются эти службы? Ну, я так понимаю, что никто из тех, к кому вы обращались, не смог решить вашу проблему. Мне интересно узнать, вы каким видите решение этого конфликта? Что вот я могу сказать, вы считаете, что можно было бы сделать? То, как я себе это представляю. Насколько я знаю, закон о психическом здоровье позволяет вполне по закону создать эту комиссию. Если нет у него опекуна, то его назначить. И будет человек адекватный отвечать за тот вопрос, который никто не может решить. А потому что приезжает психический бригад. А вы знаете, кто является владельцем этой квартиры? Вот, да. Насколько я знаю, его мать, да? Да, это я точно знаю, потому что я выяснила в ЖЭКе. Вот. Если мать отказывается, то, наверное, есть попечительский совет, есть какие-то другие инстанции, которые могут взять на себя эту ответственность и эту обязанность. То есть вы видите решение в назначении опекуна, который будет за ним, как бы сказать, это приглядывать. Это для начала, да. А так как есть родственники, то, наверное, все-таки было бы логичным, чтобы провели экспертизу на предмет того, что квартира опасна, да, то есть она находится в аварийном состоянии. И в любой момент, если будет землетрясение или еще что-то, у нас сейсмоопасная зона, это все может рухнуть, это может взорваться, это может быть возгорание быть, там, проводка электрическая и так далее. То есть это все наверняка можно провести экспертизу и предъявить родственникам, если они являются совладельцами или собственниками, я не знаю, какая там правовая форма. Она да? владелица квартир. А, то есть это частная собственность. Она владелица квартиры, вот. Абсолютно. То есть точно. Как бы я понимаю, что маме, наверное, нелегко, но все-таки, если это ее собственность, то она может принимать какие-то решения в этом направлении. Марина, а вы в чем видите решение? Я думаю, что это должен быть ход какой-то. И действительно определить нужно аварийность квартиры, потому что страшно жить. Я как раз живу на первом этаже, Алла, на втором. Максим на втором. А этот Александр Морков на третьем. То есть мы живем на одном стояке.
когда был пожар, вы себе не представляете. Ладно, там, короче, заливало нас всех, но в течение нескольких месяцев стоял запах фекалий. То есть сгорело полностью стояк канализации. Причем сгорел не только на его этаже, на четвертом сгорел. И заливало и четвертую квартиру фекалиями. И вот это несколько месяцев не могло выветриться. Мне кажется, его надо, если он больной, значит, в Костюжене, если он нормально и красиво разговаривает, туда, в Ранеште на котелец, вот, и вот, все. Вот, я тоже так потому думала. Потому что иначе он вас сделает, вы сойдете с ума, все, весь дом, а он будет продолжать дальше, понимаете? Стоит туалет посредине там этой комнаты. Он там живет, стучит, и никто не имеет дела. А полиция где? А где люди, которые ответственны? Где по строительству комиссия, которая отвечает за стены, которые падают там? Непонятно. Noi am solicitat un comentariu și de la pretura sectorului botanică privind conflictul din blocul de pe strada Trandafirilor. Să vedem ce poziție a luat autoritatea locală. Atenție! На данный момент мне неизвестно об обращениях в адрес претуры по поводу взаимоотношений между соседями по данному адресу. Тем не менее, если такие обращения будут, мы должны будем изучить вопрос более детально, для того, чтобы понимать, в чьей компетенции находится данный вопрос. Есть нарушения в эксплуатации, то есть каких-то коммунальных систем, то претура может создать комиссию, выйти на место для того, чтобы составить соответствующий акт и идентифицировать, есть ли действительно правонарушение или его нет. Уже если мы можем чем-то помочь жителям, постараемся им помочь. Здесь люди по определенным психологическим причинам они тащат домой мусор, тем самым они нарушают некоторые регламенты по противопожарной безопасности. В данных случаях апеллируем либо к ответственности самого данного человека, либо к его родственникам. И если родственники дают согласие, мы вместе с муниципальным предприятием можем этот мусор вывести из этой квартиры и так далее, и так далее. Мы в любом случае всегда реагируем на любое обращение и вмешаемся в данную ситуацию. В рамках закона постараемся делать все возможное для того, чтобы эту проблему решить. А вы обращались в претуру? Да, значит, обращались, только, наверное, это молодой человек просто сейчас новый сотрудник какой-то, потому что там были совсем другие люди. Когда вот случился этот пожар, и они же, эти люди, приезжали на... Вот, из претуры? Из претуры, однозначно. Однозначно были люди из претуры. И никакой комиссии... Там кого только вот... не было. Ничего не было устроено. Ничего. Было. Вот как вот что происходило там, все как бы мне благополучно забыли. Его ответ, а мы остались очень. С этим всем. А? У него хороший ответ был. Если что, мы создадим комиссию и поможем человеку вывести мусор. Спасибо. Да. Да, он не понимает совершенно. Но это тоже немало количество. Иногда бывает немало, да. И дальше он сменится, и следующий будет градоначальник и так далее. И что, до сих пор все это будет продолжаться? Поэтому здесь, безусловно, нужно достаточно быстро решать. Тем более, как развивается это заболевание, если оно есть, то мы не знаем. Я даже бы вам, как психолог, посоветовала бы мягче и спокойнее с ним разговаривать. Я понимаю, что это трудно. В вашем положении, когда действительно уже не хватает ни нервов, не хватает ни терпения, все-таки с такими людьми надо мягче. Мне вот, например, даже обратило внимание, что он приглашал вас посмотреть, насколько хорошо он побил эти стены. Значит, он к вам, как в тот момент, испытывал определенное доверие. Да он и сейчас нормально со мной. Он не здоровается, но он никогда меня не оскорблял. Он никогда, ну, в смысле, кроме вот этих, вот, то, что я слышала раньше. Да, наберитесь. Вот в этом отношении работайте вот именно в том, чтобы вы правильно что пришли, подняли общественность, обратили внимание и чиновников, и всех для того, чтобы решать этот вопрос. Продолжайте, не сдавайтесь. Не надо продавать квартиру, иначе мы будем зависеть от таких людей. Этот человек, что бы вы ни делали, как бы вы ни делали, к нему претензий нету. Когда вас затопили, вы должны были судиться с мамой. Должны были потребовать определенные финансовые возмещения, которые бы вам, допустим, скажем, не возместили, и после этого, возможно, через суд наложили бы арест на эту квартиру для того, чтобы ее продать и возместить определенный вам ущерб. Сколько бы вы с этим человеком не боролись, вы просто будете тратить все свои нервы и силы напрасно.
И опять же, допустим, господин вице-премьер находится в должности 2 года. Последние 2 года вы не предпринимали никаких действий, хотя после пожара, опять же, прошло какой-то период, довольно-таки недлительный. И вот я вас слушаю, честно сказать, мне кажется, что вы начали с конца вместо того, чтобы начать сначала. Да? То есть установить все возможные данные, да? То есть направить запрос во все инстанции, получить все эти данные, обратиться к адвокатам, которые должны вам это все правильно разложить по полочкам, для того, чтобы вы смогли финансово воздействовать на правообладателя данной квартиры, и только таким путем вы сможете что-то сделать. Потому что нам очень легко говорить, что полиция плохая, но у полиции нету таких полномочий. Нам легко говорить, что притура плохая, но у притура опять же нету никаких полномочий. Нам говорить хорошо, что медицина у нас такая, но такие у нас законы. Они не могут его изолировать от вас, пока он не совершит какого-то правонарушения достаточного для того, чтобы его изолировать от общества. И до тех пор, пока вы будете тратить, пока вы будете стараться с ним разговаривать ласково, нежно или прочее, десятое, или побьете, не дай бог, и вас из-за этого еще и привлекут к юридической ответственности, вы проигрываете. Вы должны идти абсолютно по другому пути. Как и сказала моя коллега, вы должны найти родственников, маму, инициировать процесс создания опекунства, найти опекуна, который... Опекун сможет тогда решать эти вопросы, да, там, по лечению и прочее. Но единственное, с кем вы должны разговаривать, это только мама, потому что она является владельцем. И прессовать, и решать этот вопрос вы должны только через нее. Адвокат, которого вы приглашали, разве не так вам советовал? Адвокат благополучно взяла у меня 5000 лей за свою работу, написала в несколько инстанций, нам вот так же отфутболили нас, точно так же, это не наши полномочия, хотя полномочия есть. Мы все взрослые люди и достаточно образованные. Есть полномочия и у психиатрической бригады, которая приезжает на вызов. И есть полномочия у полиции, которая слышала, что был поджог, и возбудить расследование по этому поводу и установить причину возгорания. Это их компетенция. Искать маму, расследование проводить, это не моя компетенция. Полиция опять ему выпишет штраф, и на этом все остановится. Нет, подождите, искать причину и расследование проводить я не имею права. Запрос отправить, кому принадлежит эта квартира, и все нюансы, является ли человек психически больным, установлен ли этот факт, да, и так далее. Его родственные связи, я не имею таких полномочий. Мне нигде не дадут эту информацию. Адвокат сделала вот то, что она сделала. 5000 лей я оплатила, и было потрачено это все впустую. Eu recomand să mergeți înainte și atunci când se va găsi soluția dată, cei cu omul ăsta e bolnav, ori sănătos, cu rea credință, și deci veți scăpa prin tratamentul acestuia și un om adecvat, veți obține un vecin adecvat, sau va fi supus răspunderii contravenționale, civile, penale și atunci orice om cu rea credință se va gândi de 10 ori dacă se mai încalce, se mai deterioreze ceva sau nu. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu.